Что у нас такое? Сочная, хрустящая, воздушная вафля в одном лице. И я, Анита Котова, сегодня на нашей кухне готовим вафли творожные. Приготовить может даже ребенок. Не отчаивайтесь, если у вас нет вафельницы, но приобрести стоит. А так можно приготовить на сковороде. У меня топпингом служат яблоки в карамели. Это отличное дополнение для творожных вафель. Поэтому давайте приготовим! Для приготовления творожных вафель нам понадобится 2 пачки творога, 2 яйца, мука, изюм и ванильный сахар. Замешиваем наше творожное тесто, добавляем ингредиенты по очередности. Я очень люблю добавлять как в сырники, так и творожные вафли изюм, но предварительно его стоит размочить. Добавим муку 30-50 грамм, ванильный сахар, корицу и все перемешаем. Творожное тесто готово. Можем оставить немножко отдохнуть, а пока подготовим вафельницу. И начинаем выпекать. Пока наши вафли готовятся, приготовим топпинг – яблоки в карамели. Возьмем 1-2 яблока, поджарим на сковороде, добавив меда. Пока мы делали топпинг, наши вафли уже готовы. Поэтому начинаем украшать. На одну тарелку разместим 2 вафли. Вафли можно положить друг на друга, либо немножко с нахлёстом. Выкладываем сметану, либо йогурт сверху. На нашу шапочку из сметаны добавляем карамелизированное яблоко. Мелко порубить орехи и посыпать сверху. Хорошим дополнением к нашему блюду будет зеленый яркий акцент – веточка мяты. Перед подачей посмотрим с разных сторон на нашу композицию, подумаем, что можно еще добавить. Сейчас улыбнутся сладкоежки, потому что я добавляю шоколадный топпинг. Правда, диетический. Посмотрите, как заиграла наша композиция. Кофе уже готов, поэтому зову любимых к столу. Приятного аппетита и вам!